Псалома 1, Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так ли нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь.